Новинка от Segway Ninebot F65. Что же тут нового? Это же точно такой же Ninebot Max. Максималка 30, запас хода 65, грузоподъемность вся. Где новинка-то? Так отчасти все верно. Самокат похож по характеристикам на Ninebot Max, но с одним существенным отличием. Он стал больше, шире, длиннее дека, руль выше. Мощность теперь вместо 350 Вт, как у Макса, увеличилась в 2 раза. Теперь тут все 700 Вт. Плюс поворотники. И вольтаж аккумулятора поднялся. Теперь 54 вольта. А это значит, что в скором времени этот самокат получится перепрошить, и он поедет побыстрее. Но я вам этого не говорил. Полный обзор смотрите на канале. Он уже вышел.